Сегодня будет небольшой лайфхак программы FileZilla, и я столкнулся с такой проблемой. Выдается ошибка: соединение передачи данных не может быть установлено, Ethernet Unreach, сеть недоступна. И так вот зациклено, все автоматически повторяется. Думал, что это может быть, проверял фаерволы, ничего такого, скажем так, блокировки никаких не было замечено. А проблема и решение ее оказалось банальное. То есть у меня на данный момент включен Касперский антивирус, в вашем случае может быть другой какой-то антивирус. Вот, мы на время его приостанавливаем, то есть останавливаем защиту. Нажимаем приостановить и сейчас повторяем соединение. Как мы видим, все удачно получилось. То есть каталог по FTP виден на удаленном сервере, и мы, соответственно, можем работать. А кому было видео полезно, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. До новых встреч. Пока-пока.